Доброго дня суток. С вами ТОЛС Литэта КЗ. Меня зовут Куанышкин Сарыев Червонов. Я являюсь тренером-коучем в области охраны труда, промышленной безопасности, а также пожарно-технический минимум и других тем. Сегодняшняя наша лекция посвящена работе согласительной комиссии. Итак, тема сегодняшнего занятия – согласительные комиссии. Эту тему представляет вам ТОЛС Литэта КЗ, одна из лучших компаний и учебных центров в области безопасности охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Ознакомимся с программой обучения, а также содержанием. Итак, в первую очередь это понятие о трудовых спорах, так как в нашей теме подразумевается, что согласительная комиссия именно занимается трудовыми спорами. Далее это органы, разрешающие индивидуальные трудовые споры. Разновидность споров, имеющих право рассматривать согласительные комиссии. Понятие о согласительных комиссиях. Все это у нас отражено в Трудовом кодексе, поэтому основной документ у нас будет Трудовым кодексом. Роль согласительных комиссий в разрешении индивидуальных трудовых споров. Далее мы рассмотрим принципы и процедурные правила работы согласительной комиссии, порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в согласительной комиссии, порядок принятия решений согласительной комиссии, сроки обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и последний пункт – это восстановление на работе работников. Что же такое трудовой спор и какие понятия здесь подразумеваются? Итак, трудовой спор – это разногласие между работниками и работодателем. Работодателями, в том числе ранее состоявшими в трудовых отношениях по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений и коллективных договоров актов работодателя. Все трудовые споры можно классифицировать по различным основаниям. Виды трудовых споров по спорящим субъектам. Итак, бывают у нас индивидуальные трудовые споры, когда они затрагивают интересы отдельных работников, и коллективные трудовые споры, когда затронуты интересы всего трудового коллектива, например, невыполнение работодателем коллективного трудового договора или его части отдельно структурного подразделения. Виды трудовых споров по правоотношениям, из которых они возникают, вытекают из предмета трудового права. Итак, трудовые споры, возникающие вследствие правонарушения трудовых отношений, например, по невыплате заработной платы, о незаконном увольнении, то есть расторжении трудовых отношений, задержке выдачи трудовой книжки и так далее. Трудовые споры, возникающие из правонарушений отношений, непосредственно связанных с трудовыми и так далее. То есть возникающие из-за нарушения отношений, но организации и управления трудом, по организации управления трудом. Например, работодатель требует выполнения норм труда, не обеспеченных технологическим процессом, или требует, чтобы все производственные задания работники выполняли в темпе, превышающем обычную скорость исполнения заданий, или не отпускает работника с работы, пока он не выполнил производственное задание и тому подобное. А работники в юрисдикционном порядке признают эти требования неправомерными. Возникающие из-за нарушения отношений по трудоустройству у данного работодателя, например, в судебном порядке может быть обжалован незаконный отказ о приеме на работу. Возникающие из-за нарушения социально-экономических и партнерских отношений, например, работодатель не исполняет коллективный договор и работник в судебном порядке требует исполнения его норм. Обычно такие нарушения приводят к коллективному трудовому спору, но свои интересы защищать и каждый работник может в отдельности. Возникающие из-за нарушения отношений по участию работников, их представительных органов в управлении организацией, например, работодатель принимает локальные нормативные акты без согласования с первичной профсоюзной организацией, если они такие имеются.
возникающие из-за нарушения отношений по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации у данного работодателя. Например, работодатель требует от работника оплатить его обучение или устанавливает испытательный срок после успешного обучения. Возникающие из-за нарушения отношений по материальной ответственности сторон трудового договора. Например, работодатель в нарушении трудового законодательства взыскивает с работника полный ущерб, превышающий его среднюю заработную плату своим же распоряжением. Возникающие из-за нарушения отношений по надзору и контролю. Так работодатель и работник могут обжаловать незаконное применение мер административной ответственности за нарушение норм охраны труда. Также стороны могут обжаловать акт расследования несчастного случая, если будут согласны с его содержанием и выводами. То есть не будут согласны. Возникающие из-за нарушения отношений по разрешению трудовых споров, например, сторона, не согласная с решением комиссии по трудовым спорам, обжалует ее решение в суд, а также работодатель может в судебном порядке признать проведение забастовки незаконной. Возникающие из-за нарушения отношений по обязательному социальному страхованию. Виды трудовых споров по характеру спора. Споры о применении норм трудового законодательства, в том числе споры о заключении, изменении и выполнении коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение представительного органа работников. Споры об установлении или изменении существующих условий труда. Виды трудовых споров по предмету спора. То есть споры о признании права, нарушаемого другой стороной трудового договора, споры о присуждении выплат и возмещении вреда, виды трудовых споров по способу его разрешения, исковые споры, споры неискового характера. К спорам искового характера относятся разногласия, возникающие в связи с применением нормативных актов, договоров, соглашений о труде. В ходе их разрешения работник добивается восстановления или признания за ним конкретного права, то есть предъявляет иск. Споры искового характера, как правило, индивидуальны. Индивидуальные трудовые споры искового характера рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, судами, вышестоящими органами. Поэтому с точки зрения подведомственности выделяют три вида разбирательств. К спорам низкого характера относятся разногласия, возникающие в связи с изменением действующих или установленных новых условий труда. Коллективный трудовой спор всегда имеет низкого характера и поэтому разрешается в особой процессуальной форме. Органы, разрешающие индивидуальные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров в Республике Казахстан. Споры бывают индивидуальные и коллективные. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров отличается. Разрешение трудового спора, возникшее с одним конкретным работником, так если конфликт с работодателем возник у одного конкретного работника, порядок разрешения будет следующим. Первое – это обращение в согласительную комиссию. Этот этап, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, будет обязательным. Для этого работники составляют письменную жалобу и направляют ее в указанный орган. Обратите внимание, сроки обращения в комиссию лимитированы. Для разрешения вопросов о восстановлении на работу – это месяц с момента прекращения трудовых отношений, то есть уведомление об этом. Год, если приходится разбираться в ином трудовом конфликте. Второе. Определение состава согласительной комиссии. Это происходит путем составления работодателем и работником или их представителями соответствующего письменного соглашения. В этом же документе касаемо работы комиссии определяются срок полномочий комиссии, порядок работы, порядок принятия решений и их документальное закрепление. Третье. Рассмотрение спора согласительной комиссии.
Решение выносится не позднее, чем через 15 дней после обращения в этот орган. Четвертое. Выдача решения комиссии спорящим сторонам. Документ направляется работнику и работодателю, либо их представителям в течение 3 дней после вынесения решения. Пятое. Исполнение решения комиссии. Шестое. Обжалование решения комиссии в суде. Если одна из сторон трудового конфликта не согласна с вынесенным решением, спор переносится в суд. Обратиться в этот орган нужно не позднее, чем через 2 месяца с момента получения решения согласительной комиссии. Разрешение трудового спора с несколькими работниками одновременно. Когда спор с работодателем возник сразу у нескольких работников предприятия, порядок разрешения конфликта будет следующим. Первое – это созыв общего собрания. На нем работники определяют круг требований, которые они собираются выдвинуть работодателю. То есть они выдвигают его работодателю. Далее – выдвижение требований. Они излагаются в письменном виде и направляются в адрес работодателя. Сделать это нужно в течение 3 дней после проведения собрания. День получения последним документа и будет считаться днем возникновения трудового спора. Принятие решения по выдвинутым требованиям. Работодателю дается для этого всего 7 дней, после чего в течение 5 дней после принятого решения он письменно уведомляет о нем работников через профсоюз, профсоюзный комитет. Обращение в трудовой арбитраж. Создание этого органа необходимо, когда обращение работников оставлено без внимания или ответ работодателя их не устраивает. Рассмотрение спора в суде. Конфликт перерастает в судебный спор, когда все предыдущие варианты исчерпаны, но к компромиссу стороны так и не пришли. Отметим, что в принципе разрешение трудовых споров подразумевает возможность создания примирительной комиссии на любой стадии этого процесса. Указанный орган созывается, когда стороны смогли разрешить коллективный трудовой спор путем добровольного достижения согласованного решения. Таким образом, на пути к своему разрешению трудовой спор проходит несколько стадий. Каждая из них по-своему очень важна. А избежать ошибок и отстоять нарушенные права поможет юрист по трудовым спорам, который работает в Казахстане. Разновидность споров, имеющих право рассматривать согласительные комиссии. Согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах. Заметьте, согласительная комиссия является постоянно действующим органом. Значит, у вас на предприятии обязательно должен быть создан приказ и создана согласительная комиссия, которая будет постоянно действовать. Согласительная комиссия создается на паритетных началах из равного количества представителей от работодателя и работников. То есть поровну, например, представители работодателя, допустим, 3 человека, столько же должно быть представителей и работников. Согласно пункту 1 статьи 159 Трудового кодекса Республики Казахстан номер 414 от 23 ноября 2015 года, индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам либо неисполнению решений согласительной комиссии, то тогда уже судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица. Следует отметить несколько важных моментов. В отличие от предыдущего трудового кодекса, рассмотрение индивидуального трудового спора согласительной комиссии является обязательным. Лишь по неурегулированным вопросам, либо при неисполнении решения согласительной комиссии, спор может быть рассмотрен в судебном порядке. Это сделано потому, что наши суды задыхаются, а также вот государственные органы задыхаются от количества вот этих вот разных жалоб и споров. Для того, чтобы вот их разгрузить, в данном случае у нас вот работают, везде должны работать согласительные комиссии. То есть на уже уровне предприятий лучше бы, чтобы эти
споры были разрешены, и люди пришли к компромиссу. Все равно рано или поздно к компромиссу придется прийти, так как у нас сроки даже вот работы комиссии, а также по вопросам, по спорам тоже лимитированы. Согласительной комиссии, порядок разрешения трудовых споров по новому трудовому кодексу. Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров. Первое – это работодатель, объединение работодателей. Далее – примирительная комиссия, трудовой арбитраж и суд. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. Медиация как инструмент решения трудовых споров. Обязанности сторон и примирительных органов по урегулированию коллективных трудовых споров. Особенности проведения забастовки как крайние меры разрешения коллективного трудового спора, конфликта. Понятие согласительной комиссии. Роль согласительной комиссии в разрешении индивидуальных трудовых споров. Новый трудовой кодекс имеет много новелл, то есть новшеств, изменений по сравнению с предыдущим. Принятию трудового кодекса в Республике Казахстан предшествовало объявленное главой государства в мае 2015 года формирование законодательной и институциональной основы плана нации, то есть 100 конкретных шагов. План нации подразумевает 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ, направленных на повышение уровня жизни населения и дальнейшее развитие страны. 23 ноября 2015 года экс-президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым был подписан новый трудовой кодекс Республики Казахстан, который вступил в силу с 1 января 2016 года. В соответствии с планом работы Верховного суда Республики Казахстан на первое полугодие 2017 года было проведено обобщение судебной практики рассмотрения гражданских дел по некоторым вопросам применения нового трудового законодательства. Целью обобщения явилось изучение судебной практики по делам и спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, выявление проблемных вопросов, требующих разъяснения по применению действующего законодательства, выработка предложений по совершенствованию законодательства и принятие мер по формированию единообразной судебной практики по указанной категории дел. Новый трудовой кодекс имеет много новшеств, изменений по сравнению с предыдущим, но на одной актуальной из них хотелось бы остановиться подробнее. Согласно пункту 1 статьи 159 Трудового кодекса, индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным вопросам, либо неисполнению решений согласительной комиссии судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица. Таким образом, новым трудовым кодексом предусмотрено обязательное предварительное рассмотрение индивидуальных трудовых споров последовательно согласительными комиссиями, затем судами. Введение данной нормы имело цель предоставить сторонам возможность разрешать индивидуальные трудовые споры в короткие сроки внутри организации, а также разгрузить суды, как я говорил ранее. Законодатель придал согласительной комиссии функцию промежуточной, вместе с тем обязательной стадии, а также урегулировал вопрос обязательного разрешения части индивидуальных трудовых споров в досудебном порядке, несоблюдение которого в силу пункта 1 части 1 статьи 152 Гражданско-правового кодекса является основанием для возврата искового заявления. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 152 Гражданско-правового кодекса судья возвращает исковое заявление, если истцом не соблюден установлен законом для данной категории дел и предусмотрен договором сторон порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена. В случае принятия искового заявления в суд, суд в силу пункта 1 статьи 279 Гражданского кодекса оставляет его без рассмотрения, если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел и предусмотрен договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена. В соответствии
с трудовым кодексом обращение в согласительную комиссию является обязательным досудебным порядком разрешения трудовых споров. В своем большинстве при отсутствии сведений о досудебном порядке урегулирования спора, а также сведений об отнесении ответчика работодателя к определенной категории субъектов предпринимательства, а также к руководителям исполнительного органа юридического лица, суды возвращали исковые заявления, что является правильным, поскольку обращение работника с заявлением в согласительную комиссию является обязанностью работника, несоблюдение которой является основанием для возврата искового заявления. Если сторона индивидуального трудового спора не согласна с решением согласительной комиссии в целом или в частности, а также в случае неисполнения решения согласительной комиссии, спор считается неурегулированным. В связи с чем стороны не согласны с решением согласительной комиссии вправе разрешить спор в судебном порядке. Согласно пункту 2 статьи 159 Трудового кодекса, согласительная комиссия является постоянно действующим органом, создаваемым в организации, ее филиалах и представительствах на паритетных началах из равного числа представителей от работодателей и работников. В соответствии с пунктом 1 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса, работодатель обязан соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе и статьи 159 Трудового кодекса. Следовательно, обязанность по созданию согласительной комиссии и ее дальнейшее функционирование возлагается на работодателя. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Казахстан о профессиональных союзах, профсоюзы не освобождаются от ответственности в случае уклонения или отказа от создания согласительной комиссии, так как являются одной из сторон согласительной комиссии, где представляют интересы работников. Вот, посмотрите, пожалуйста, документ, который необходимо подписать для создания согласительной комиссии. Это положение о согласительной комиссии, соглашение об утверждении положения о согласительной комиссии, приказ о создании согласительной комиссии. Процедуры внутри согласительной комиссии. Первое – это принятие заявления о рассмотрении спора, регистрация в журнале, день подачи заявления, один день, то есть в течение одного дня. Далее – это рассмотрение с принятием решения в течение 15 рабочих дней со дня принятия. Далее – это закон не ограничит рассмотрение спора в более короткие сроки, можно указать даже меньше. Подготовка протокола комиссии и решения. Далее, копия решения выдается сторонам в течение 3 рабочих дней. Исполнение решения – это срок устанавливается по усмотрению комиссии. При неисполнении решения работник может обратиться в суд в общем порядке. Исходя из требований статей 159 и 160 Трудового кодекса, согласительная комиссия в случае обращения работника либо работодателя с заявлением по индивидуальному трудовому спору должна рассмотреть заявление и вынести по нему решение. В случае же нерассмотрения заявления работник вправе обратиться с заявлением к государственному инспектору труда, в обязанности которого входит обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. В случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания в течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается. В связи с чем обращение стороны напрямую в суд, минуя согласительную комиссию, преждевременно, а также противоречит требованиям норм трудового законодательства нынешнего. В силу статьи 121 Трудового кодекса в случае затягивания согласительной комиссии рассмотрение заявления работника, последний вправе поставить вопрос о выплате неполученной заработной платы или иных причитающихся ему выплат в период незаконного расторжения трудового договора. В Трудовом кодексе установлены сроки, согласно которым сторона вправе обратиться в согласительную комиссию для урегулирования спора в досудебном порядке. В соответствии с пунктом 5 статьи 159 Трудового кодекса, согласительная комиссия
обязана рассмотреть спор в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в трехдневный срок со дня его принятия. Согласно статье 160 Трудового кодекса, для обращения в согласительную комиссию или суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки. Первое. По спорам о восстановлении на работе 1 месяц со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора в согласительную комиссию. А для обращения в суд 2 месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам, либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора. Второе. По другим трудовым спорам 1 год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. Восстановление срока обращения в согласительную комиссию трудовым кодексом не предусмотрено. В случае пропуска работником срока обращения в согласительную комиссию или выдачи комиссии решения об отказе в рассмотрении заявления ввиду пропуска срока, вопрос считается неурегулированным, что дает право стороне обратиться с иском в суд. Требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока обращения. В случае пропуска обращения в суд с иском по рассмотрению трудовых споров суды должны учитывать общие положения закона о том, что сроки обращения применяются судом только по заявлению стороны в споре, сделанным до вынесения судом решения, что отражено в нормативном постановлении Верховного суда. В случае, если трудовой спор не урегулирован в согласительной комиссии, заявитель вправе обратиться в суд по рассмотрению индивидуального трудового спора в течение 2 календарных месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии. Требования о защите нарушенного права принимаются к рассмотрению судом независимо от истечения срока. В случае пропуска срока обращения в суд с иском по рассмотрению трудовых споров суды должны учитывать общее положение закона о том, что сроки обращения применяются судом только по заявлению стороны в споре, сделанным до вынесения судом решения, что отражено в нормативном постановлении Верховного суда. В случае, если трудовой спор не урегулирован, согласитель комиссии заявитель вправе обратиться в суд по рассмотрению индивидуального трудового спора в течение 2 календарных месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии. В случае несвоевременного вручения копии решения согласительной комиссии заявителю по независящим от него причинам, то есть по истечении трехдневного срока со дня вынесения решения, в течение двухмесячного срока со дня для обращения в суд, будет отчитываться со дня фактического получения заявителем копии решения согласительной комиссии. То есть работник должен копию решения согласительной комиссии получить нарочно, то есть он должен ознакомиться с ним. Кроме того, в течение двухмесячного срока для обращения в суд начинает отчет и в случае неисполнения решения согласительной комиссии стороной трудового права договора. То есть получается, решение принято, согласительная комиссия проработала. Однако никаких, если же не выполняется условий вот, решения, если не выполняет ни работодатель или ни работник, то тогда опять-таки считается, что вопрос еще не урегулирован. При разрешении трудового спора члены согласительной комиссии обязаны указывать в решении указанной комиссии срок его исполнения. То есть конкретно у нас есть сроки. За исключением спора о восстановлении на работе, так как в этом случае решение подлежит немедленному исполнению. В случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок
работник или работодатель вправе обратиться в суд. В случае установления, что сроки, предусмотренные статьей 160 Трудового кодекса, пропущены по уважительной причине, в резолютивной части решения суд должен указать об этом и разрешить спор по существу. Если судом будет установлено, что трудовые права истца нарушены, но им без уважительных причин пропущен срок обращения, предусмотренный Трудовым кодексом, то суд в мотивировочной части решения указывает о нарушениях этих прав и в связи с пропуском срока обращения отказывает в иске. Такие разъяснения содержатся также в нормативном постановлении Верховного суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года, номер 9, о некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых споров. Из смысла норм Трудового кодекса следует, что индивидуальные трудовые споры рассматриваются согласительными комиссиями, а по неурегулированным спорам либо неисполнению решения согласительной комиссии судами, за исключением субъектов малого предпринимательства и руководителей исполнительного органа юридического лица. С учетом указанных норм закона при принятии иска судам необходимо выяснять вопросы о принадлежности стороны к субъектам малого предпринимательства и о том, не является ли сторона руководителем исполнительного органа юридического лица либо единоличным исполнительным органом юридического лица, а также членом коллегиального исполнительного органа юридического лица, а также домашним работником. После чего решать вопрос, урегулирован ли спор в согласительной комиссии, то есть соблюден ли досудебный порядок решения спора. Разновидность споров, имеющих право рассматривать согласительные комиссии. Данное условие относится к пунктам 6 статьи 8 Гражданского процессуального кодекса ГПК Республики Казахстан, из которого следует, что если законом установлен или договором предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора для определенной категории дел, обращение в суд может быть после соблюдения этого порядка. Согласительная комиссия рассматривает все виды индивидуальных трудовых споров, кроме споров с руководителями исполнительного органа, юридического лица и с работниками субъектов малого предпринимательства. Поэтому субъекты среднего и крупного предпринимательства, а также филиалы и представительства в обязательном порядке должны создать согласительную комиссию. Трудовым кодексом предусмотрено, что работодатель и представитель работников письменное соглашение либо в коллективном договоре в отношении согласительной комиссии должны определить. Первое – это количественный состав, далее – срок полномочий, порядок работы, порядок принятия решений, вопрос о привлечении работников в согласительную комиссию. Обязательно вот эти вот все нюансы надо учесть. Принципы и процедурные правила работы согласительной комиссии. Кроме того, установлен порядок рассмотрения заявления заинтересованной стороны спора в согласительной комиссии. Для этого необходимо, чтобы сторона по трудовому договору должна подать заявление, которое подлежит обязательной регистрации согласительной комиссии. Спор должен быть рассмотрен в течение 15 рабочих дней в присутствии самого заявителя либо его уполномоченного представителя. Неурегулированные споры согласительной комиссии в установленный срок является основанием для обращения в суд. После рассмотрения спора согласительная комиссия должна в трехдневный срок выдать копию решения обоим сторонам. Решение согласительной комиссии подлежит исполнению в установленный срок за исключением спора о восстановлении на работе. При восстановлении работника по прежней должности работодатель должен выплатить работнику среднюю заработную плату за все время отстранения от работы работника
или разницу зарплате за время перевода работника на ниже оплачиваемую должность, но не более чем за 6 месяцев. Трудовым кодексом установлено, что стороны могут обратиться в согласительную комиссию в течение года с момента, когда стороне стало известно, либо должно стать известно о нарушении своего права. Исключением являются споры о восстановлении на прежнем месте работы. В случае, если работник считает, что его увольнение является незаконным, работник вправе обратиться в согласительную комиссию в течение одного месяца со дня вручения копии акта работодателя о прекращении трудового договора. Если данный договор, вопрос, то есть, не был урегулирован согласительной комиссией, или работодатель отказывается исполнять решение согласительной комиссии, работник может обратиться в суд в течение двух месяцев со дня вручения копии решения согласительной комиссии. Как видно из судебной практики, работодатель не торопится с созданием согласительной комиссии, если нет потенциального трудового спора. И только в случае возникновения спора работодатель инициирует создание согласительной комиссии, то есть разрабатывает соглашение и согласовывает его с представителями работников, назначает своих представителей и предлагает работникам выбрать своих представителей для участия в качестве членов согласительной комиссии. В принципе, любая из сторон трудового договора может подготовить соглашение о создании согласительной комиссии или изменении коллективного договора, если он был назначен в организации, и направить для согласования и подписания второй стороне. Согласно Трудовому кодексу, представителями работников являются органы профессиональных союзов, их объединений, а при их отсутствии выборные представители, избранные и уполномоченные на общем собрании работников большинством голосов участников при присутствии не менее 2/3 работников. Для подписания соглашения о создании согласительной комиссии и для участия в ее работе представители работников должны быть избраны на общем собрании работников. Поэтому каждая организация самостоятельно должна решить данный вопрос индивидуально, исходя из количества работников, своей организационной структуры, наличия коллективного договора или внутренних дел. Одним из новшеств Трудового кодекса является ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства Республики Казахстан, развитие и умение вести переговоры и достижение консенсуса в трудовых спорах. Вот сейчас вы как раз это обучение проходите. Судебный порядок рассмотрения дел гарантирует быстрое и правильное разрешение трудовых споров, обеспечивая восстановление нарушенных прав и интересов не только работников, но и работодателей, поскольку судебная защита – это надежная и эффективная форма защиты нарушенных прав. Преимущество судебной защиты состоит в конституционных принципах правосудия, вне зависимости от судей и несвязанности суда со спорящими сторонами и участниками дела. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в согласительной комиссии. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового спора. Индивидуальный трудовой спор в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса Республики Казахстан должна разрешаться согласительной комиссии, за исключением споров с участием работодателя, субъектов малого предпринимательства и с участием руководителя исполнительного органа организации. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового спора является постоянно действующим органом и создается в каждой организации образования и науки, имеющим статус юридического лица, а также филиалов и представительств юридических лиц, и образуется из равного числа представителей профсоюзного комитета и организации, и администрации организации. Число представителей от каждой организации устанавливается в зависимости от численности трудового коллектива.
для подписания соглашения о создании согласительной комиссии для участия в ее работе представители работников должны быть избраны на общем собрании работников. Поэтому каждая организация самостоятельно должна решить данный вопрос индивидуально, исходя из количества работников своей организационной структуры, наличия коллективного договора или внутренних правил. Одним из новшеств Трудового кодекса является ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства, развитие умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах. Судебный порядок рассмотрения дел гарантирует быстрое и правильное разрешение трудовых споров, обеспечивая восстановление нарушенных прав и интересов не только работников, но и работодателей, поскольку судебная защита – это надежная и эффективная форма защиты нарушенных прав. Преимущество судебной защиты состоит в конституционных принципах правосудия вне зависимости от судей и не связывается суда со спорящими сторонами. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров согласительной комиссии. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового спора. Индивидуальные трудовые споры в соответствии со статьей 159 Трудового кодекса должны разрешаться в согласительной комиссии за исключением споров с участием работодателей, субъектов малого предпринимательства и с участием руководителей исполнительного органа организации. Согласительная комиссия по разрешению индивидуального трудового спора является постоянно действующим органом и создается в каждой организации образования и науки, имеющей статус юридического лица, а также в филиалах и представительств юридических лиц и образуется из равного числа представителей профсоюза и администрации организации. Число представителей от каждой стороны устанавливается в зависимости от численности трудового коллектива. Посмотрите это как. Конкретное число членов комиссии, порядок ее работы, содержание и порядок принятия решений устанавливается по письменному соглашению между руководителем организации и профсоюзным комитетом, либо определяется условием коллективного договора. Цели формирования оптимального соотношения состава комиссии рекомендуется следующее соотношение. Трудовых коллективов с численностью работников до 50 человек по 2 представителя от каждой стороны. Трудовых коллективов с численностью от 50 до 150 человек по 3 представителя от каждой стороны. Трудовых коллективов с численностью свыше 150 человек по 4 представителя от каждой стороны. Представители профсоюза выделяются комиссию постановлением профсоюзного комитета из числа членов профсоюза, а представители администрации приказом руководителя организации. Работникам, избранным в состав согласительной комиссии, за время работы комиссии сохраняется средняя заработная плата. Наложение дисциплинарных взысканий и увольнения по инициативе работодателя, члена комиссии по трудовым спорам, если они являются членом профсоюза, допускается только с предварительным согласием профсоюзного комитета. Целесообразно образовывать согласительную комиссию сроком до 3 лет, то есть на срок действия коллективного договора, либо соглашение о социальном партнерстве. В течение этого срока стороны могут заменять своих представителей в порядке, установленном для формирования состава комиссии. Полномочия всех представителей истекают одновременно с истечением срока, на который образована комиссия. Комиссии также могут быть образованы на уровне административно-территориальных единиц, районов, городов, областей, соглашениями сторон социального партнерства, и они создаются и действуют на тех же основаниях, что и согласительные комиссии конкретных организаций. Важным является обучение членов комиссии. Стороны согласительной комиссии обязаны проводить ежегодное обучение членов согласительной комиссии основам трудового законодательства Республики Казахстан, развитие умения вести переговоры и достижению консенсуса в трудовых спорах. Работники могут обращаться в согласительную комиссию по трудовым спорам о: первое, оплате труда; второе, переводе на другую работу и перемещении на другое рабочее место;
Третье. Оплата труда, в том числе при совмещении должностей, временном замещении отсутствующего работника, совместительстве, за работу в сверхурочное время, за работу в ночное время, выходные и праздничные дни. Четвертое. Вправе на получение и размеры причитающегося работника вознаграждений, предусмотренным действующим системой оплаты труда. Пятое. Выплате компенсации и предоставление гарантии. Шестое. Возврате денежных сумм, удержанных из зарплаты работника. Седьмое. Предоставление отпусков. Восьмое. Выдача специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, лечебно-профилактического питания. Девятое. Выплате зарплаты во время вынужденного прогула или разницы в заработке за время выполнения низкооплачиваемой работы в связи с незаконным переводом. Десятое. Взыскание заработной платы, включая надбавки, предусмотренные системой оплаты труда. Двенадцатое. Применение дисциплинарных взысканий. Тринадцатое. Неправильных или неточных записях в трудовой книжке, сведения о заключении или изменении трудового договора, если эти записи не соответствуют приказу, распоряжению или иным предусмотренным законодательством документам. Четырнадцатое. Восстановление на работе. Об изменении даты и формулировки причины увольнения. 15. Возмещение причинения материального ущерба. 16. Соблюдение режима рабочего времени или время отдыха. 17. Отмене решений аттестационной комиссии. Прием заявлений в согласительную комиссию. Прием заявлений, поступающих в согласительную комиссию, производится работодателем за счет и на бланках работодателя, ведется переписка с гражданами или организациями, от имени комиссии по трудовым спорам, направление вызов, дача ответов и тому подобное. Все расходы по работе комиссия несет, конечно же, работодателя. Согласно пункту 4 статьи 159, заявление, поступившее в согласительную комиссию, подлежит обязательной регистрации комиссии в день подачи. Спор рассматривается в присутствии заявителя или и уполномоченного им представителя в пределах делегированных ему полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Работник, по заявлению которого рассматривается трудовой спор, должен был быть приглашен на заседание согласительной комиссии не позднее, чем за 3 дня. Заочное рассмотрение спора допускается лишь по письменному заявлению работника. Заседания комиссии должны проводиться в удобное время, чтобы члены комиссии, заинтересованный работник, а также свидетели и приглашенные специалисты и эксперты могли присутствовать на заседании. При необходимости комиссия может вызвать на заседание свидетелей, поручать отдельным лицам проведение технических и бухгалтерских проверок, требовать от администрации предоставления документов и расчетов, также направлять запросы и пользоваться консультациями государственных и вышестоящих профсоюзных органов. Сроки рассмотрения индивидуальных трудовых споров и обращения в согласительную комиссию или суд. Трудовым законодательством Республики Казахстан предусмотрен срок рассмотрения индивидуальных трудовых споров на основании пункта 5 статьи 159 Трудового кодекса РК. Члены комиссии обязаны рассматривать трудовые споры в 15-дневный срок со дня регистрации заявления и выдать работникам спора копию решения в 3-дневный срок со дня его принятия. Решение согласительной комиссии подлежит исполнению установленного ею срок за исключением спора о восстановлении на работе. В случае неисполнения решения согласительной комиссии в установленный срок работник или работодатель вправе обратиться в суд за защиту своих прав. Трудовой кодекс Республики Казахстан также устанавливает работнику срок обращения в согласительную комиссию. Так, в статье 160 Трудового кодекса предусмотрены следующие сроки обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в согласительную комиссию или суд. По спорам о восстановлении на работе 1 месяц со дня вручения копии акта работодателю о прекращении трудового договора.
согласительную комиссию, а также для обращения в суд 2 месяца со дня вручения копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным спорам, либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора. По другим трудовым спорам 1 год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В течение срока обращения по рассмотрению споров приостанавливается период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору или отсутствие согласительной комиссии до ее создания. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия по трудовым спорам может его восстановить. Решение комиссии по трудовым спорам принимается по соглашению между всеми представителями профсоюзного комитета и представителями администрации, участвующими в заседании, имеют обязательную силу и в каком-либо утверждении не нуждаются. Решения должны быть мотивированы и основаны на действующем законодательстве, коллективных и трудовых договорах, соглашениях, правилах, положениях и инструкциях. Если рассматриваемый спор касается денежных требований, то есть это заработная плата, пособие на оздоровление и так далее, то в решении комиссии указывается точная сумма, причитающаяся работнику. Комиссия может принять решение о возврате неоплаченных и незаконно удержанных сумм работнику за период, не превышающий 3 лет до момента обращения в согласительную комиссию. Суммы, взысканные с работодателя, выплачиваются работнику в срок, устанавливаемый для выплаты заработной платы, ближайшей после вынесения решения комиссии. При рассмотрении спора о применении к работнику мер дисциплинарного взыскания комиссия может отменить взыскание, наложенное незаконно или не существующей тяжести проступка. Однако комиссия не может заменить одну меру другой меры взыскания, поскольку в соответствии со статьей 65 Трудового кодекса право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит работодателю. Решение согласительной комиссии в течение 3 рабочих дней направляется работодателю и заявителю и подлежит исполнению в срок, указанного в решении. Решение о восстановлении на работе исполняется немедленно. В случае несогласия работника с решением по трудовому спору, вынесенным комиссией, работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора в суд. Обращение в суд также допускается при неисполнении решения трудового спора одной из согласительной комиссии, то есть при неисполнении одной из сторон решения согласительной комиссии. Разрешая индивидуальные трудовые споры, судебные органы применяют нормы не только материального, но и процессуального права. Прежде всего, это нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, в том числе источников, имеющих важное значение при рассмотрении трудовых споров в суде. Также следовало бы назвать нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 19 декабря 2033 года, номер 9, о некоторых вопросах применения судами законодательств при разрешении трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в согласительной комиссии. Восстановление работника на работе. Согласно статье 161 Трудового кодекса, работнику, восстановленному на прежней работе, выплачивается средняя заработная плата за все время вынужденного прогула, отстранения от работы или разница в заработной плате за время выполнения ниже оплачиваемой работы при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за 6 месяцев. Решение согласительной комиссии либо суда по рассмотрению индивидуального трудового спора о восстановлении работника на прежней работе подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении на работе согласительная комиссия либо суд выносит решение о выплате работнику средней заработной платы или разницы в заработной плате за время задержки исполнения решения. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь протокол заседания согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам.
Вот здесь вот вы видите, да, протокол номер, полное наименование организации, город, число. На заседании присутствуют члены комиссии от работодателя, от работников, то есть указываются полные фамилии и инициалы членов комиссии. Председатель комиссии подписывает его и секретарь согласительной комиссии. Далее здесь должна быть повестка дня, то есть это заявление о каком-то трудовом споре или несогласии. Далее слушали заявление о... Далее заявитель извещен о дне заседания и присутствует. Отвод заявления, не за... отвод заявлен, не заявлен. Кому? Отвод удовлетворен, не удовлетворен. Объяснение заявителя, объяснение свидетелей. Решили. Председатель комиссии, фамилия, имя, отчество, подпись. Секретарь комиссии, фамилия, имя, отчество и подпись. Далее идет у нас форма решения согласителя комиссии по разрешению индивидуальных трудовых споров. Здесь полное наименование организации, число, дата, место, то есть в каком городе, селе это происходило. Согласительная комиссия по разрешению трудовых споров в составе от работодателя полный список фамилий с фамилиями инициалом членов комиссии, от работников фамилии инициал членов комиссии, рассмотрев на своем заседании заявление такого-такого-то, занимаем должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, о краткое содержание заявления. И установила содержание спора и мотивируем выводы. Руководствуясь статьями 159-161 Трудового кодекса Республики Казахстан, согласительная комиссия по разрешению индивидуальных трудовых споров решила. Итак, первое, второе и так далее. Настоящее решение должно быть исполнено. Видите, здесь у нас указывается дата в такой-то срок до такого числа. Председатель комиссии подписывает это все и секретарь комиссии. Спор рассматривается в присутствии заявителя и или уполномоченного им представителя в пределах делегируемых ему полномочий в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Допускается рассмотрение спора без участия заявителя при наличии его письменного согласия. Согласительная комиссия обязана рассмотреть спор в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления и выдать сторонам спора копии решения в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. Стоя решение согласительной комиссии подлежит исполнению в установленный срок, ею срок, за исключением спора о восстановлении и работе. Далее, в случаях неисполнения решения согласительной комиссии, неурегулирования вопросов в установленном порядке, сроки работник или же лицо, ранее состоящее любых трудовых отношений, либо работодатель, вправе обратиться в суд. Члены согласительной комиссии обязаны проходить ежегодное обучение по применению трудового законодательства Республики Казахстан, развитию навыков ведения переговоров и достижения консенсуса трудовых споров. Для обращения в согласительную комиссию или суд по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки. Первое. По вопросам о восстановлении на работе 1 месяц со дня вручения или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии акта работодателя о прекращении трудового спора в согласительную комиссию, а для обращения в суд 2 месяца со дня вручения или направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении копии решения согласительной комиссии при обращении по неурегулированным вопросам, спорам, либо при неисполнении ее решения стороной трудового договора. Второе. По другим трудовым спорам 1 год с того дня, когда работник или работодатель узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается в период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. В случае пропуска по уважительным причинам
установленного срока обращения согласительная комиссия по трудовым спорам может восстановить срок обращения в согласительную комиссию и разрешить спор по существу. Согласительная комиссия самостоятельно определяет, относится ли к уважительным причинам, по которым работник, в том числе ранее состоявших в трудовых отношениях, не обратился в согласительную комиссию в установленном сроке. Для участников трудовых отношений, которые вправе в соответствии с настоящим кодексом обратиться в суд без разрешения, в согласительную комиссию по рассмотрению индивидуальных трудовых споров устанавливаются следующие сроки. По спорам об установлении на работу 3 месяца со дня вручения или направления по почте заказным письмом. Уведомление о вручении копии акта работодателя о прекращении трудового спора. По другим трудовым спорам 1 год с того дня, когда работник, в том числе ранее состоявших в трудовых отношениях, узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Восстановление на работе. Работнику в основном на работе, по прежней работе, выплачивается зарплата за все время вынужденного прогула или разница зарплаты за время выполнения неоплаченной работы при незаконном переводе на другую работу, но не более чем за 6 месяцев. Решение согласительной комиссии либо суда по рассмотрению индивидуального трудового спора о восстановлении работника на прежней работе подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения решения о восстановлении на работе в согласительную комиссию, либо суд выносит решение о выплате работнику зарплаты или разнице зарплаты за время задержки исполнения решения. Мы об этом уже говорили. Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров. То есть это работодатель, объединение работодателей, примирительная комиссия, трудовой арбитраж и суд. Трудовой арбитраж – временно действующий орган, создаваемый сторонами коллективного трудового спора с привлечением уполномоченных лиц для решения трудового спора при достижении соглашения примирительной комиссии. Второе – это забастовка, полное или частичное прекращение работы в целях удовлетворение социально-экономических и профессиональных требований работников к коллективным трудовым спорам с работодателем. Третье. Примирительная комиссия – орган, создаваемый по соглашению между работодателем и работниками, их представителями, для урегулирования коллективного трудового спора путем примирения сторон. Четвертое. Примирительные процедуры – последовательное рассмотрение коллективного трудового спора первоначально в примирительной комиссии, а при недостижении согласия в ней в трудовом арбитраже, а также по взаимному согласию сторон с применением процедуры медиации. Возникновение коллективного трудового спора. Коллективный трудовой спор считается возникшим со дня письменного уведомления работодателя о требованиях работников по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашения трудового или коллективных договоров, актов работодателя, оформленных в соответствии со статьей 164 настоящего кодекса. Работодатель обязан рассмотреть выдвинутые работникам требования не позднее 3 рабочих дней, объединение Ассоциации Союза Работодателей не позднее 5 рабочих дней со дня их получения и принять меры для их разрешения, а при невозможности разрешения в указанный срок довести свои решения и предложения в письменном виде до работников с указанием своих представителей для дальнейшего рассмотрения возникших разногласий. Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров и порядок оформления и рассмотрения требований работников. Первое. Коллективные трудовые споры разрешаются в следующей последовательности. Первое. Это рассматривается работодателем, объединением, ассоциацией, союзом работодателей. При невозможности разрешения примирительной комиссии, а при недостижении соглашения вне трудовым арбитражом по вопросам, не урегулированным ими, это суда, уже судами. Второе. Требования работника по вопросам применения трудового законодательства Республики Казахстан, выполнения или изменения условий соглашений, коллективных или трудовых договоров, актов работодателя между работниками и работодателем, объединением, ассоциацией, союзом работодателей формируется и утверждается на общем собрании конференции работников.
Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа работников организации. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов, избранных работниками в соответствии с протокольными решениями. Решение собрания конференции работников считается принятым, если поддержку выдвинутых ими требований проголосовало не менее 2/3 участников. При невозможности проведения собрания конференции работников предоставленный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав не менее 2/3 подписей работников поддержку выдвинутых им требований. Представители работников согласовывают работников работодателям регламент проведения собраний конференции работников, место, время, количество участников собрания конференции. Требования работников излагаются в письменной форме и направляются работодателю, объединением, ассоциациям, союзом работодателей в трехдневный календарный срок со дня проведения собрания, то есть конференции. Четвертое. В случае, если указанные требования выдвигаются работниками разных работодателей, то эти требования могут представлять отраслевые или территориальные объединения профессиональных союзов, либо иные уполномоченные работникам физические или юридические лица. Работодатели объединения ассоциации союза работодателей обязаны воздерживаться от всякого вмешательства, способного воспрепятствовать проведению собрания конференции работников под выдвижение требований. Шестое. Требования работников при невозможности разрешения рассматриваются в порядке примирительных процедур. На любой стадии рассмотрения коллективного трудового спора стороны могут обратиться к посреднику. Процедура посредничества является самостоятельной по отношению к примирительным процедурам примирительной комиссии в трудовом арбитраже и может идти параллельно с ними. Примирительная комиссия. Примирительная комиссия является органом, созданным совместным решением сторон на паритетных началах из равного числа представителей от работодателей и работников. Решение о создании примирительной комиссии принимается в течение 3 рабочих дней со дня доведения либо несообщения своего решения работодателям, объединением, ассоциацией, союзом работодателей и представителями до сведения работников и представителей. Либо, то есть это получается при наличии либо составления протокола разногласий в ходе коллективных переговоров. При наличии в организации нескольких представителей работников, ими создается единый представитель орган для участия в работе комиссии. Работодатель, объединение ассоциации союза работодателей создает необходимые условия для работы примирительной комиссии. Третье. Примирительная комиссия рассматривает требования работников, их представителей в срок не позднее 7 рабочих дней со дня их поступления. Порядок рассмотрения требований примирительной комиссии, продление указанного срока рассмотрения осуществляется по соглашению сторон и оформляется протоколом. Четвертое. В процессе примирительной процедуры примирительная комиссия консультируется с работниками, их представителями, работодателями, объединением. Ассоциации с союзом работодателей, их представителями, государственными органами, заинтересованными, иными заинтересованными органами. Решение 5. Комиссия принимается на основе соглашения сторон, оформляется протоколом, подписываемым представителем сторон, имеет для сторон обязательную силу и исполняется в порядке и сроке, установленном решением примирительной комиссии. В случае отказа одной из сторон от подписи в протоколе другой стороной, в протоколе производится соответствующая запись. При недостижении соглашения примирительной комиссии ее работа прекращается, а для разрешения спора создается трудовой арбитраж. Трудовой арбитраж.
Первое. Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора в течение 5 рабочих дней со дня прекращения работы примирительной комиссии. Второе. Количество членов трудового арбитража, его персональный состав, порядок рассмотрения трудового спора определяется соглашением сторон на паритетной основе, то есть из равного количества людей с каждой стороны. Трудовой арбитраж должен состоять не менее чем из 5 человек. Состав трудового арбитража включается госинспектор труда, государственный инспектор труда, местного, естественно. По рассматриваемым требованиям работников, члены примирительной комиссии не могут входить в состав трудового арбитража. Далее, председатель трудового арбитража избирается членами арбитража из их числа. Коллективный трудовой спор рассматривается трудовым арбитражом с обязательным участием представителей сторон коллективного трудового спора, а при необходимости также с участием представителей других заинтересованных лиц. Процедура рассмотрения спора определяется трудовым арбитражом и доводится до сведения сторон коллективного трудового спора. Решение трудового арбитража принимается не позднее 7 рабочих дней со дня его создания простым большинством голосов членов арбитража. При разделении голосов членов трудового арбитража поровну решающим является голос председателя. Решение должно быть мотивированным, излагаться письменно в форме и подписываться всеми членами арбитража. При недостижении соглашения сторон коллективного трудового спора примирительной комиссии в организациях, в которых законом Республики Казахстан запрещено или ограничено проведение забастовок, создание трудового арбитража обязательное. Решение трудового арбитража является обязательным для исполнения сторонами коллективного трудового спора. В случае неисполнения решения трудового арбитража в установленный срок стороны имеют право осуществить разрешение спора в судебном порядке. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с участием посредника определяется по соглашению сторон коллективного трудового спора. Второе. Качество посредников сторонами определяются независимые по отношению к ним организации и лица. Республиканская, отраслевая, региональная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений могут согласие сторон коллективного трудового спора привлекать к работе по урегулированию коллективных трудовых споров руководителей и работников центральных и местных исполнительных органов, ассоциаций и других общественных объединений, работодателей, а также независимых экспертов. Во всех случаях привлечения посредников от них должно быть получено письменное согласие на посредничество. Последствия достижения соглашения сторон по коллективному трудовому спору. Во всех случаях достижения соглашения между сторонами коллективного трудового спора о его разрешении с участием посредника или без него незаконченные примирительные процедуры прекращаются, а условиями разрешения спора считаются условия соглашения между сторонами. Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора, оформляется в письменной форме. Второе. Достижение соглашения между сторонами о разрешении спора влечет за собой прекращение забастовки, если она была объявлена. Последствия достижения сторон по коллективному трудовому спору. Первое. Во всех случаях достижения соглашения между сторонами коллективного трудового спора с разрешением участия. Во всех случаях достижения соглашения между сторонами коллективного трудового спора о его разрешении с участием посредника или без него незаконченные примирительные процедуры прекращаются, а условием разрешения спора считается условие соглашения между сторонами. Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора, оформляется в письменной форме. Достижение соглашения между сторонами о разрешении спора влечет за собой прекращение забастовки, если она была объявлена. Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. Члены примирительной комиссии на время участия в переговорах по разрешению коллективного трудового спора освобождаются от работы с сохранением заработной платы. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители работников их объединений не могут быть в период разрешения коллективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию.
переведены на другую работу или с ними не могут быть расторгнуты трудовые договора по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство. Медиация как инструмент решения трудовых споров. Медиация – это альтернативная форма разрешения споров с участием третьей, нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны, то есть медиатора. Важно отметить, что медиация – это особая форма посредничества, не предполагающая вынесение третьей стороной решения по спору. Следовательно, главной задачей медиатора является помощь сторонам привести спор к взаимовыгодному и жизнеспособному решению. После принятия в 2011 году закона Республики Казахстан о медиации, данный институт стал прогрессивно развиваться и применяться на различных площадках. В основном институт медиации получил широкое применение в судебной системе, в структурах Ассамблеи народа Казахстана. И, конечно же, значительная работа по применению медиации проводится Федерацией профсоюзов Республики Казахстан, далее ФПРК. Все указанные структуры работают в тесном сотрудничестве на основе заключенных между собой меморандумов. Основными задачами, проводимой ими работе, является снижение конфликтности в обществе посредством решения споров и конфликтов на внесудебном порядке, а также повышение возможности для решения трудовых и иных споров путем примирительных процедур с участием медиации. Также здесь есть такие принципы, как принцип равноправия. То есть данный принцип предполагает, что для проведения медиации стороны обращаются друг с другом как партнеры на равных, несмотря на то, что в ходе исполнения трудовых обязанностей работник находится в подчинении у работодателя. Особенно это актуально, когда в процессе медиации участвует не представитель компании, например, юрист или HR-менеджер, а непосредственно руководитель сотрудника, либо иное лицо, которому он подчиняется в силу должностных обязанностей. Принцип конфиденциальности. На практике данный принцип делает медиацию наиболее предпочтительным способом разрешения конфликта, в том числе и перед переговорами. В соответствии с Трудовым кодексом при ее проведении сохраняется конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации, если стороны не договорились об ином. Независимо от того, связано ли судебное разбирательство со спором, который являлся предметом процедуры медиации, в ходе слушания дела стороны не вправе ссылаться, если они не договорились об ином, на информацию о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении возможности урегулирования спора, а также о признаниях, сделанных одной из сторон в ходе проведения процедуры медиации. Обязанности сторон и примирительных органов по урегулированию коллективных трудовых споров. Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительных процедурах. Второе. Неурегулированные коллективном трудовом споре с разногласия должны быть доведены до сведения сторон в письменной форме. Третье. Если урегулирование разногласий сторон коллективного трудового спора невозможно по причине недостаточности полномочий представителя работодателя, требования работников предъявляются собственниками имущества, учредителями, участниками или акционерам организации, в том числе организации, расположенных на территории Республики Казахстан, собственниками имущества которых являются иностранные физические или юридические лица, либо организации с иностранным участием. При несогласии с результатами процедур, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, работники вправе использовать все иные предусмотренные законом способы защиты своих интересов. Работодатель обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения требований работников, оформленных в соответствии с пунктом 3 статьи 164 настоящего кодекса, информировать местный орган по инспекции труда о возникновении коллективного трудового спора с последующим еженедельным информированием о ситуации до окончательного его разрешения.
Второе. В течение дня информировать органы прокуратуры Республики Казахстан и местный орган по инспекции труда о начале забастовки, проводимой без соблюдения требований настоящего кодекса. Особенности проведения забастовки как крайней меры разрешения коллективного трудового спора, конфликта. Право на забастовку. Первое. Работники могут принять решение о проведении забастовки, если посредством примирительных процедур не удалось добиться разрешения коллективного трудового спора, а также в случаях уклонения работодателя от примирительных процедур, либо невыполнения соглашения, достигнутого в ходе разрешения коллективного трудового спора. Решение о проведении забастовки принимается на собрании конференции работников и их представителей. Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа работников организации. Конференция считается правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 делегатов, избранных работниками в соответствии с протокольными решениями. Решения собрания конференции работников считаются принятыми большинством голосов участников. При невозможности проведения собрания конференция работников представительный орган работников имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более половины работников в поддержку проведения забастовки. Право на забастовку. Третье. Забастовку возглавляет уполномоченный работниками, их представителями орган, забастовочный комитет. В случае объявления забастовки работниками, их представителями, нескольких работодателей с одинаковыми требованиями, ее может возглавить объединенный орган, формируемый из равного числа представителей этих работников. Участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке. Лица, принуждающие работников к участию или отказу в участии в забастовке, несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Объявление о начале забастовки. Первое. Работодатели, объединения, ассоциации, союзы работодателей, их представители должны быть письменно предупреждены уполномоченным работникам органам, указанным в пункте 3 статьи 171 настоящего кодекса о начале забастовки и возможности ее продолжительности не менее, не позднее, то чем за 5 дней до ее объявления. Второе. Решение об объявлении забастовки указывается. Первое. Перечень разногласий сторон, являющихся основанием для проведения забастовки. Второе. Дата, место и время начала забастовки. Предполагаемое количество участников. Третье. Наименование органа, возглавляющего забастовку. Состав представителей работников, уполномоченных на участие в примирительных процедурах. Четвертое. Предложение по минимуму необходимых работ, услуг, выполняемых в период проведения забастовки. Полномочия органа, возглавляющего забастовку. Первый. Орган, возглавляющий забастовку, действует в пределах прав, предоставленных ему настоящим кодексом и на основе полномочий, которые наделяют его работники, их представители. Второе. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право, первое, представлять интересы работников во взаимоотношениях с работодателем, объединением, ассоциацией, союзом работодателей, их представителями, государственными профсоюзами, иными юридическими лицами, должностными лицами по вопросам разрешения выдвинутых требований. Второе. Получать от работодателя, объединения, ассоциации, союза работодателей, их представителей информацию по вопросам, затрагивающим интересы работников. Далее. Полномочия органа, возглавляющего забастовку. Третье. Освещать ход рассмотрения требований работников в средствах массовой информации. Четвертое. Привлекать специалистов для дачи заключений по спорным вопросам. Пятое. Приостанавливать забастовку с согласия работников и их представителей. Третье. Возобновление ранее приостановленной забастовки не требуется повторное рассмотрение спора примирительной. Для возобновления ранее приостановленной забастовки не требуется повторное рассмотрение спора примирительной комиссии посредником или трудовом арбитраже. Работодатель, объединение, ассоциация, союз работодателей, их представители и орган по урегулированию трудовых споров должны быть
предупреждены о возобновлении, забастовки не позднее, чем за 3 рабочих дня. Четвертое. Полномочия органа, возглавляющего забастовку, прекращаются в случае, когда стороны коллективного трудового спора подписали соглашение об его урегулировании, а также в случае признания забастовки незаконной. Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. В период проведения забастовки стороны коллективного трудового спора обязаны продолжить разрешение этого спора путем проведения переговоров. Работодатели, государственные органы и орган, возглавляющий забастовку, обязаны принять зависящие от них меры по обеспечению в период забастовки общественного порядка, сохранности имущества, организации и безопасности работников, а также работы машины и оборудования, остановка которых представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью здоровью людей. Особенности проведения забастовки как крайней меры разрешения коллективного трудового спора. Гарантии работникам в связи с проведением забастовки. Организация или участие в забастовках, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 176 настоящего кодекса, то есть Трудового кодекса, не может рассматриваться как нарушение работникам трудовой дисциплины и повлечь применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных настоящим кодексом. На время забастовки за работником сохраняются место работы, должность, право на выплату социального пособия по временной нетрудоспособности, трудовой стаж, а также гарантируются другие права, вытекающие из трудовых отношений. Заработная плата на время забастовки участвующим в ней работникам не сохраняется, кроме случаев, когда забастовка проводится в связи с невыплатой или несвоевременной выплатой заработной платы. Незаконные забастовки. Забастовки признаются незаконными. Первое. В периоды проведения военного или чрезвычайного положения, либо особых мер в соответствии с законом Республики Казахстан о военном положении и о чрезвычайном положении в органах военного управления и воинских частях вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации, специальных государственных и правоохранительных органах, в организациях, являющихся опасными производственными объектами, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи. Второе. В организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения по энергоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, авиационному, железнодорожному, автомобильному, общественному и водному транспорту, связи, здравоохранению, если не сохранены необходимые для населения минимальный перечень и объем соответствующих услуг, определяемые на основе предварительного соглашения представителей работников с местным исполнительным органом. Незаконные забастовки. Забастовки признаются незаконными на опасных производственных объектах, при остановке деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями, если не обеспечена бесперебойная работа основного оборудования механизмов. Третье. В случае объявления без учета срока процедуры требований, предусмотренных настоящим кодексом. Четвертое. В случае, когда это создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. Пятое. В иных случаях, предусмотренных законом Республики Казахстан. При наличии одного из оснований, указанных в настоящем пункте, прокурор вправе приостановить забастовку до принятия судом соответствующего решения. Незаконные забастовки. Третье. Решение о признании забастовки незаконной принимается судом в соответствии с законом Республики Казахстан. Четвертое. Решение о признании забастовки незаконной принимается судом по заявлению работодателя или прокурора. Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать участников забастовки о решении суда, а при отсутствии органа, возглавляющего забастовку, непосредственным работодателем. Работодатель обеспечит размещение текста решения суда в местах, доступных для всеобщего обозрения. Решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка прекращению.
В случаях создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку. Пятый орган, возглавляющий забастовку, имеет право на обжалование решения суда в порядке, установленном законом Республики Казахстан. Шестое. Лица, провоцирующие продолжение участия забастовки, признанные судом незаконной, несут ответственность в порядке, установленном законом Республики Казахстан. Последствия признания забастовки незаконной. При признании судом забастовки незаконной, работодатель может привлечь к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в организации или проведении забастовки. Запрещение локаута. В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая проведение забастовки, запрещается локаут. Локаут, то есть расторжение трудовых договоров с работниками по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном трудовом споре или забастовке. За исключением случая, предусмотренным пунктом 22, пункта 1, статьи 52 настоящего кодекса. Вот на этом мы заканчиваем лекцию. Спасибо за внимание. С вами был Червонов Куаныш Кесаревич. С вами была ТОУС Элитеды КЗ, одна из лучших компаний в области безопасности охраны труда. Всем удачи в работе и в создании хорошей согласительной комиссии. Спасибо за внимание.